В минувший четверг свой юбилейный день рождения отметил замечательный человек, житель Вуминского сельского поселения Владимир Никитович Радченко. Об этом человеке мы не раз писали. Владимир Никитович прожил трудную и в то же время интересную жизнь. Он является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном педагогического труда. Проработал долгое время учителем немецкого языка, директором Вуминской школы, а также председателем сельского совета. Владимир Никитович Радченко является человеком с большой буквы. В канун празднования 90-летия приехали поздравить юбиляра почетные гости. Это глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Вуминского сельского поселения Мурат Хагуров, представитель местного совета ветеранов Виктор Кулаков. Имениннику пожелали крепкого здоровья, благополучия и вручили ему подарки.